Завтра в ходе встречи в Сочи с моим российским коллегой Сергеем Лавровым мы обсудим и ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, на предстоящей встрече с Лавровым намерен говорить о мерах по обеспечению безопасности границ Азербайджана. Мы обсудим отношения между Азербайджаном и Арменией. Решение относительно границ Азербайджана должно быть найдено в рамках международного права. Мы обязательно обсудим шаги, которые нужно предпринять для этого, сказал Чавушоглу. Глава МИД Турции, напомнив о подписании меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, отметил, что на встрече также будут обсуждены задачи и деятельность совместного центра.